Всем привет! Сегодня у нас будет битва гильдии. Честно говоря, был немножко сегодня занят, поэтому нет времени выставлять там состав, который обещал. Это будет уже на следующую БГ. Сегодня мы опять потрешуем Ронином и другими героями. Патами посливаем. Так. Фрая мы брать не будем. Возьмем капитана Дрейка опять. Поставим ему ангела. Дальше малыша Ника. Потестируем с Бастом. Вот такой вот малышник у нас будет. И кого такого интересного взять? Можно, кстати, Минотавра взять, попробовать ради интереса. Ладно. Ирину. А давайте Минотавра поставим. Потрешуем. Минотавр. Поставим ему. Вот так вот. Только с богом войны. Ну, вроде как бы все. Побежали. Побежали. Сегодня мы сделаем опять новый топ сервера. По идее, по очкам. Так, ну кидаем Ронина. Там в прошлый раз писали, что я не могу топа ментов пройти, он типа непроходимый. Ну, смотрим. Можно ли его пройти? процентов. Давайте Минотаврика кинем. 84. Трешуем, даже взяли Минотавра. Ну чё там, добили, молодцы. Ну давайте малыша Ника кинем. Капитана Дрейка, 97. Анубис. Всё. Вот так, без дерева. В принципе, можно было Минотавром под бафом хранителя запросто забить. Так, дальше у нас зверских мана потом оставим. Наконец будем укращать. Так, Ронин. Ну вот надо начинать со стрелка, где вертолетики стрелка. Даже не надо отвлекать, потому что они будут лететь. Лучше все-таки, чтобы они били Ронина. Тогда шанс, что он просто не сольется. Они ему быстрее активируют скилл, чем остальные. Вот 50% уже даже набили. Единственное, что можно Некроса отвлекать, когда он его зарядит. Вот так вот. Вот видите, отвлекли и убили. Это, в принципе, не страшно. Так, Фрея. Ну, с Минотавра мы сюда не зайдем. Кидаем малыша Ника.
Словили тотема Тересика. Так, капитан Дрейк. Давай еще разок ударь. Ну, бей. Вот капитан Дрейк ударил. Ну, давайте Анубиса кидаем. Думаю, Анубис тут уже добьет все. А может и нет. Добил. Вот так вот. Просто изи. Даже деревом не пользуемся. Как-то вообще стало очень просто проходить это все. Не знаю, раньше было как-то поинтереснее. Сейчас, честно говоря, на основе битвы гильдии просто так вот. Проходные дворы. Прокачка героя вообще не помогает людям. Вот тут вообще Анубис стоит и ворожей. Просто супер. Единственная Афина. Хотя нет, Афина не будет там. Не, будет доставать. Кстати, вот тут шанс то, что Афина сольет, очень большой. Но расстановка опять же не очень. Тут уже 51%. Можно даже с ворожея начинать, чтобы он ворожея бил, а не Анубиса, будет подальше от Афинки. Вот видите, активирует. Даже Фрейя есть, активирует его скилл. Ожог. И без проблем. То есть, если на базе противник со стрелком, там, либо Фрейя со своими голубями, кидайте. Кидайте именно туда. Так, есть. Что там у нас дальше? Ну, давайте Дрейка кинем. 85. Ну, теперь кидаем Анубиса где-то чем подальше, желательно. 90. Ну, без проблем опять. Кто там у нас следующий? Зверские остались. Тут вообще все печально, очень даже, я бы так сказал. Тут делаете вот так вот. Да ты что, даже тотем запихнул. Только толку от того тотема там. Вот видите, чем больше целей бьет его, тем больше шанс, что он активирует свой ожог. Поэтому лучше всего, когда на базе стоит стрелок, там Фрейя, и они просто его активируют, этот ожог. Потому что вертолетики мало снимают ему. Могут только нормально убить героя. Но, как видите, герои тут слабенькие. Можно даже, если успеем, не успел кинуть, надо было кидать возле Некроса Минотавра. Можно, в принципе, дерево использовать в таком случае. Кинуть Анубиса, чтобы отвлек и дерево. Это, конечно, мы опасно сделали. Ну, не дошел наш Минотавр до цели. И так слили. То есть, как видите, ничего сложного нету, если у вас будут опять же прокачаны питомцы. Поэтому я всегда говорил, качайте питомцев. Не жалейте на них ресурсов. Ну, аналогично корявая расстановка.
Ничего удивительного. Никогда не ставьте по одному два героя. Вот даже тотем Медузы активировался, хотя он вообще ни о чем. Видите, как быстро слили Минотавра. Он даже не успел. А Ронину вообще пофиг. Ронину наоборот в кайф, когда его с ожогом бьют. Че, выпустим малыша Ника. Выпустим капитана Дрейка. То есть вот так вот. 5118, новый топ сервера. Вот так вот, как-то вот так вот, ребята. Ни о чем. Битва гильдии, не знаю. Вообще такая локация, на которой просто делать уже нечего. Заходишь, выпускаешь определенных героев, и никакая там защита, никакие прокачки просто не спасут вас. В принципе, все. Думал сегодня потестить другой составчик, но по времени не успевал уже. Только приехал, чтобы не подвести гильдию, зашел. Вот как-то так. Посливали всех топов просто на изи. Без дерева вам показал, как с деревом. То есть можно вместо Минотавра там поставить... Опять же, кого-то, кто будет именно опозданием бить, того же самого Бигфута можно поставить, он там нормальную площадь затащит. Рину можно, можно поставить повелителя дырочек. Вариантов очень много, то есть на сегодня битва гильдии — это та локация, которая уже не актуальна с данными героями, с данными прокачками. И в принципе эти герои не донатные. То есть тут не надо особого, скажем так, доната, чтобы прокачать там питомцев. Обычные питомцы очень быстро качаются. Единственная проблема, возможно, это будет выбить уклонение, но можно и без этого. Я вам показал, как без дерева проходить. Если у вас будет дерево, вы словите только ожог на Ронина и с деревом обязательно затащите. Там, возможно, будет посложнее немного, надо будет юнитами отвлекать особо там. Но... пройти сейчас можно абсолютно любого топа, и не знаю, куда движется игра. Надеюсь, что скоро, в скором времени все-таки добавят слив, обязательный слив героев, потому что, ну, я не знаю, как так можно играть дальше, ну, просто неинтересная локация. Все, подписывайтесь на канал, пишите комменты, обязательно ставьте лайки, ждите китайку, на китайке будет новый трешачок, офигенный трешачок. Все, всем пока.